Открыть свою справу станет простее. В Гомельской области один за одним начинают работать центры трансграничного сотрудничества. Консультанты помогут предпринимателям, будущим и действующим, решить все необходимые вопросы для успешного ведения бизнеса. Появление таких центров стало возможным благодаря реализации проекта «Активизация малого и среднего бизнеса у приграничных районах Украины и Беларуси». Подробности у Марины Джалой. Один из региональных удельников проекта «Активизация малого и среднего бизнеса у приграничных районах Украины и Беларуси» – Рогачевский центр поддержки предпринимательства «Леон». На его базе по завершении реализации проекта створить центр трансграничного сотрудничества. Те, кто только планирует открыть свою справу, а так само опытные бизнесмены, смогут отримать тут информационную поддержку. Я как консультант буду предоставлять услуги по консультированию малого бизнеса, то есть предпринимателей, малых фирм нашего города по развитию бизнеса в приграничных районах с Украиной. Один белорусский партнер проекта «Активизация малого и среднего бизнеса у приграничных районах Украины и Беларуси» сярод ВНУ – Гандлёво-экономичный университет с поживецкой кооперацией. Тут уже открыто один из центров трансграничного сотрудничества. У им можно отримать послуги по бизнес-плановании и инвестиционным проектованию. Сюды за допомогой у распрацовцы бизнес-плану и стартап-проектов могут звертаться все удельники проекта. Также у нас есть услуга индивидуальных консультаций, которыми я занимаюсь лично. И с моей помощью вы можете разработать свой уникальный проект, который мы доведем до логического завершения и осуществим все формы поддержки, его финансирования и реализации. Удельники проекта и увогуле все жадающие могут проверить жизнеспособность своих стартапов, а так само отримать шмат новой корыстной информации на штогодовом чемпионате «Молодь и предпринимательство». Этот конкурс бизнес-проектов позволит выслушать и начинающих, и молодых предпринимателей, и студентов с их бизнес-идеями, с их начинающими бизнесами и, конечно же, задать ряд вопросов, которые будут способствовать направлению их бизнесов в трансграничное сотрудничество. Чемпионат молоді предпринимательства пройдет в Белорусском гандлево-экономическом университете с поживецкой кооперацией 13-14 мая. Зарегистрироваться на сайте можно уже зараз. Предпринимальников запрошают принять удел у якости членов жюри. Молодь представит свои стартап-проекты, а так само пройти навучание на специальных курсах. Марина Джала, Ігор Марышченко, телерадиокомпания «Гомель», Гомельский район.